Весна обещает быть жаркой. В преддверии долгожданных лучей солнца на сцене Сбер-студия выступили по-настоящему горячие артисты. Поэтому забываем про шубы, шапки и шерстяные носки. Настало время веселья. Хай-фай стриминг «Звук» снова собрал самых ярких артистов на одной сцене. Ума Турман, Ольга Серябкина, Юлия Савичева, КамАЗ, Зомб, Раса, Близкие, Татьяна Куртукова и Пушнова запремьерили свои треки. История о том, как надо сжигать мосты и идти вперед, девчонки. Если уже нечего там тянуть, если в прошлом что-то не так и кажется, что ой, а вдруг, а как? Нет, нужно закрывать эти двери, открывать новые, сжигать мосты и идти вперед. Иногда нам этого не хватает. Я с этого начала свой год новый. Вот, и мне хотелось передать этот посыл как можно большему количеству людей. Начала свой год закрытых гештальтов и Юлия Савичева, которая обрела для себя новую миссию и стала коучем для многих, вдохновляя своими синглами. После активных походов к психологам певица переосмыслила как свою жизнь, так и творчество, и создала песню «Девочка». Я рассказываю всегда о том, что беспокоит меня и что я прожила. Эта песня как раз мотивирует на то, чтобы вы поверили в себя и, главное, полюбили себя. Чтобы вы начали прежде всего со своей головы, потому что все заморочки начинаются там. Не с внешности у хирурга пластического, да, а у себя в голове. И когда вы себя внутри полюбите, то полюбят и окружающие. А когда бабочки в животе, энергия бьет ключом, эмоции переполняют, и особенно хочется делиться своими чувствами, а возможно и сублимировать их, как это сделала Ольга Серябкина с треком «Это по любви». Я ее написала в преддверии, честно говоря, дня святого, дня всех влюбленных, своему мужу. Я хотела ему сделать какой-то подарок. Понимала, что я не знаю, что ему подарить, и ну вот как стихи в детстве дарят, я вот песню написала. А чтобы треки радовали не только любимых, но и слушателей, есть готовая формула успеха от группы «Раса». Хочу посоветовать любым артистам, как бы у них не было в данный момент, там, не получается что-то, никогда не надо останавливаться, нужно всегда экспериментировать с музыкой, это тоже очень интересно. Не ставьте себе рамки, не пытайтесь написать один и тот же хит в одном и том же формате, да, когда там один трек получился, потому что у нас «Под фонарем» в одном стиле, а там «Фиолетовый», «Пчеловод», «Погудим» в другом стиле абсолютно. То есть не нужно себя ограничивать. И тогда у вас постоянно будет меняться музыка, она будет эволюционировать. Сберзвук, спасибо за отличное начало весны. Хотя с вами всегда жарко, независимо от того, какой месяц на календаре.